«Мастер и Маргарита» – это то произведение, к которому у меня почему-то личная неприязнь. Здравствуйте, дорогие зрители этого канала. Меня зовут Евгений Ширяев, и это экспериментальная рубрика, которая называется «Видеокнига». Сейчас я буду читать «Мастера и Маргариту» Булгакова. Я не читал ее никогда. У меня личная неприязнь к этому произведению. Я начинал читать это в школе, когда задавали. И прочтя страниц 10, я понял, что эту ерунду читать мне больше не хочется. И на протяжении всей своей жизни, когда я слышу: «Ой, спектакль «Мастера и Маргарита», а ты смотрел кино «Мастера и Маргарита»? Ой, вышел новый фильм «Мастера и Маргарита»?» Я думаю: «Нет! Я не буду смотреть это говно». Почему говно? Всегда думал я. Я не знаю. Я не знаю. Меня бесит имя Булгаков, и меня бесит «Мастер и Маргарита» — это название. В связи с тем, скорее всего, что я просто ничего не знаю ни о нем, ни об этом произведении, потому что я его не читал. Но это бестселлер, это книга, мировой бестселлер. Во всем мире с удовольствием ее читали, читают и будут читать. Поэтому сегодня я начну это делать. Я уверен, что мне зайдет. А может, и не зайдет. Но давайте почитаем это произведение вместе. Погнали. Влупите лайк. Если будет много лайков, будет больше, чем обычно, просмотров, то это будет постоянная рубрика. А если обратной связи не будет, тогда, скорее всего, это первый и последний видос. Поехали. Глава первая. Никогда не разговаривайте с неизвестными. Однажды весною в час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, уже какие-то непонятки, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке. Пирожком, сука. А на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой или роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек. Если кто знает, что такое вихрастый, напишите, пожалуйста, в комментариях. В заломленной на затылок клетчатой кепке был в ковбойке, жеванных белых брюках и черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит», и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. «Дайте Нарзану!» — попросил Берлиоз. Пускай будет у него такой голос. «Нарзану нету!» — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. «Пиво есть?» — сиплым. «Пиво есть?» — сиплым голосом осведомился бездомный. «А, бездомный? Что за бездомный?» «А, бездомный — это хрен, который второй.
«Пиво привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлёз. «Абрикосовое, только теплое», — сказала женщина. «Ну давайте, давайте, давайте». Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали искать, расплатились и икать. Господи, прошу прощения. Они начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось. Потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал, что это со мной, этого никогда не было. Сердце шалит, я переутомился, пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск. И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузный воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть». Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно гражданин, простите, я не понимаю, что за хрень, но это, увы, было. И длинный, сквозь которого видно гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо. Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза, а когда он их открыл, увидел, что все кончилось. Марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца. Я помню, я начинал читать всю эту хрень в школе. И меня она бесила. Ладно, читаем дальше. «Фу ты, черт!» — воскликнул редактор. «Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва от жары удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было». Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро, «Ну-ц!» и так провел речь, прерванную питьем абрикосовой. Интересно, абрикосовая это сивуха? Ну, алкашка? Наверное, нет, если они вначале хотели нарзана. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками. И тем не менее, всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем, чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича, изобретательная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, но Иисус в его изображении получился совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете, и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф. Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал
в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге в главе 44-й знаменитых тацитовых аналов, где говорилось о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Кстати, читается довольно-таки легко. В школе мне читалось это трудно. Возможно, в школе я прочитал страниц 10 и понял, что сука, я не могу это читать. Ладно, все. Поэт, для которого все сообщаемое редактором являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду. Все-таки это вода. Нет ни одной восточной... Почему я таким голосом Берлиоза? Нет ни одной восточной религии, говорил Берлиоз, в которой, как правило, непорченная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это и нужно сделать главный упор. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее. Тенор, сука. Надо тенором его, оказывается, озвучивать. И по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек. Поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Азириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Дорогие друзья, я иногда могу, конечно же, делать какие-то допустимые ошибки, ставить ударение не тудыси и не будыси, поэтому строго меня можете судить и хейтить в комментариях. Да, и если заходит все это, взбодрите лайком, век воли не видать. Если по лайкам и по просмотрам все будет зашибок, я сделаю вторую, третью, четвертую серию, какую-нибудь другую книгу осветим. А если не зайдет ни хрена, то, конечно, я это делать не буду. Секунду обсушил десна. И вот как раз в это время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигуру Вицлипуцли, в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста. Зубы имел золотые и крахмал на хромал. Крахмал. И хромал на правую ногу. Во второй, что человек был росту громадного. Коронки имел платиновый, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было. Видите, как всегда бывает глобально, да? А, то везде. Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Раньше всего ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него был платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях или туфлях. Пофиг, мне вообще по барабану, куда эти ударения ставить. Был, главное, звонит, а не звонит. Вот это ухо режет. Ихних тоже. Все остальное, извините меня, торты, пху. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость, с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду лет 40 с лишним, рот какой-то кривой, выбрит гладко, брюнет,
Правый глаз черный, левый почему-то зеленый, брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец. Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз. «Англичанин», — подумал бездомный. «Ишь, и не жарко ему в перчатках». А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд. Причем заметно стало, что видит это место он впервые, и что оно его заинтересовало. Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть. Чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки. То есть вот так, понимаете? «Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирично изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов Божьих, как скажем, фригийский Атис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов описал нелепые слухи об этом рождении. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился». Тот бездомный, сделав попытку прекратить замучившую его икоту, задержал дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в тот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те, поглядев на него удивленно, «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, «что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересно, что...» Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. «Нет, скорее француз», — подумал Берлиоз. «Поляк», — подумал бездомный. Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился. То есть не то чтобы понравился, а как бы выразиться «заинтересовал», что ли. «Разрешите мне присесть», — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись. Иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор. «Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете?» — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз. «Нет, вы не ослышались», — учтиво ответил Берлиоз. «Именно это я и говорил». «Ах, как интересно!» — воскликнул иностранец. «А какого черта ему надо?» — подумал бездомный и нахмурился. «А вы соглашались с вашим собеседником?» — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к бездомному. «На все 100!» — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально. «Изумительно!» — воскликнул непрошенный собеседник и почему-то воровски, оглянувшись и прислушав свой низкий голос, приглушив свой низкий голос, сказал: «Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо своего прочего, еще и не верите в Бога». Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». Черт, у меня не получилось делать испуганные глаза. «Да, мы не верим в Бога», — чуть улыбнувшись и испугу интуриста ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно». Видимо, в те годы можно было говорить об этом совершенно свободно. А сейчас хрен поймешь, что можно говорить совершенно свободно. Может быть, уже и мастер Маргарита под запретом. Хрен его знает. Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз, а бездомный подумал, рассердившись:
Вот прицепился заграничный гусь. «Ох, какая прелесть!» – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора. «В нашей стране атеизм никого не удивляет», – дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Тут иностранец отколол такую штуку, встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова: «Позвольте вас поблагодарить от всей души». «За что это вы его благодарите?» — заморгав, осведомился бездомный. «За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно», — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак. Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту. «Нет, он не англичанин», — подумал Берлиоз, а бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски? Вот что интересно». И опять нахмурился. «Но позвольте вас спросить», — после тревожного раздумья спросил заграничный гость: «как же быть с доказательствами бытия Божьего, коих, как известно, существует ровно 5?» «Увы», — с сожалением ответил Берлиоз, — «ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существование Бога быть не может». «Браво!» – вскричал иностранец. «Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное 6-е доказательство». «Доказательство Канта?» — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор. «Также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов. А Штраус просто смеялся над этим доказательством». Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски? Взять бы этого Канта, да за такие доказательства 3 года в Соловки!» — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич, этот бездомный, этот хмырь-писатель. «Иван!» — сконфузившись, шепнул Берлиоз. «Но предложение отправить Канта в Соловки, или в Соловки, или в Соловки, не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг». «Именно, именно!» – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал. «Ему там самое место, ведь говорил я ему тогда за завтраком: вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». То есть это он Канту говорил, прикиньте. Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком? Канту? Что он плетет?» — подумал он. Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, — отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас». «А жаль!» — отозвался задира поэт. «И мне жаль!» — подтвердил неизвестный, сверкая глазом. И продолжал: «Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» «Сам человек и управляет», — поспешно, сердито ответил бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос. «Виноват», — мягко отозвался неизвестный. «Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить,
Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? Вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собою, в общем, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас саркома легкого. Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие. «Да, саркома», жмурясь, как кот, повторил он звучно словно. «И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым-врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье совершенно бессмысленно. Вы сами понимаете, и все это кончается трагически. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже. Только что человек соберется съездить в Кисловодск. Тут иностранец прищурился на Берлиоза. Пустяковое, казалось бы, дело, но и это совершенно не может, потому что неизвестно, почему вдруг возьмет, поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собой управил? Так? Неправильно ли подумать, что управился с ним кто-то совсем другой? И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком. Это уже моя импровизация. Слушайте, но как бы там ни было, сейчас мне читать более или менее интересно. Если бы я не знал, что это хит, я бы нахрен уже бы закрыл бы книжку. Но читать такое в школе, это просто было бы невыносимо. Я не знаю, что должны быть за школьные мозги, которые все это примут, которые захотят продолжения банкета, запомнят и получат какую-то пользу. Какую пользу я получу от Мастер и Маргариты сейчас, я не знаю. Но в любом случае, в 10 классе это... Ну, если я вернусь назад и буду в 10 классе с теми мозгами, я хрен это все вот буду читать. Я отвечаю просто. Так, Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. Он не иностранец, он не иностранец, думал он. Он пристрастный субъект. Но позвольте ж, кто же он такой? Вы хотите курить? Как я вижу, неожиданно обратился к бездомному неизвестный. А вы какие предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились. Какие предпочитаете? Повторил иностранный. Ну, нашу марку. Злобно ответил бездомный. Черт, у меня получилось незлобно. Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его бездомному. Наша марка. И редактора, и поэта не... Столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно наша марка, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник. Тут литераторы подумали разное. Берлиоз? Нет, иностранец. А бездомный? Вот черт его возьми, а? Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался. «Надо будет ему возразить», — так решил Берлиоз. «Да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что, однако, он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Какая-то нелепая постановка вопроса.
помыслил Берлиоз и возразил. Да, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если на Бронный мне свалится на голову кирпич, кирпич ни с того ни с сего, внушительно перебил неизвестный. Никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью. «Может быть, вы знаете, какой именно?» — совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. «И скажете мне?» «Охотно», — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить его костюм сквозь зубы, пробормотал что-то вроде «раз-два, Меркурий, во втором доме луна ушла, шесть, несчастье, вечер, семь», и громко и радостно объявил: «Вам отрежут голову!» Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязанного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись: «А кто именно? Враги? Интервенты?» «Нет», — ответил собеседник, — «русская женщина, комсомолка». «Угу», — промычал раздраженный шуточный неизвестного Берлиоз. Можно еще раз? Ага. Промычал раздраженный шуточной неизвестного Берлиоз. Насрать. Ну, это, извините, маловероятно. «Прошу и меня извинить», — ответил иностранец, — «но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?» «Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в 10 часов вечера в Массалите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать». «Нет, этого быть никак не может», — твердо возразил иностранец. «Это почему?» «Потому что», — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы. Что они чертили? «Что Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила, но даже разлила, так что заседание не состоится». Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание. «Простите», — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца. «Причем здесь подсолнечное масло и какая Аннушка?» «Подсолнечное масло здесь вот при чем», — вдруг заговорил бездомный, очевидно решив объявить незваному собеседнику войну. «Вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?» «Иван!» — тихо воскликнул Михаил Александрович. Но иностранец ничуть не обиделся и привесело рассмеялся. «Бывал, бывал, ха-ха, и не раз!» — вскричал он, смеясь, но не сводя не смеющегося глаза с поэта. «Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения, так что вы уже сами узнаете это у него». Или я просто устал уже читать, или мне нужно обсушиться. Но порой... Так что вы уже сами узнаете, что у него, Иван Николаевич. Я ни хрена не соображаю. Кто это сказал? Откуда вы знаете, как меня зовут? Помилуйте, Иван Николаевич. Кто же вас не знает? Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер литературной газеты, и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще, радовавшие доказательства славы и популярности, на этот раз ничуть не обрадовали поэта. «Я извиняюсь», — сказал он, и лицо его потемнело. «Вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать». «О, с удовольствием!» — воскликнул неизвестный. «Здесь так хорошо, под липами, а я, кстати, никуда и не спешу». «Вот что, Миша!» — зашептал поэт, тащив Берлиоза в сторонку. «Он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет».
«Ты думаешь?» – встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал, «а ведь он прав». «Уж ты мне верь», – засипел ему в ухо поэт. «Он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит?» Поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал. «Идем, задержим его, а то уйдет». И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку. «Извините меня, что я в пылу нашей спора забыл представиться себя сам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации», — веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов. Те сконфузились. «Черт, все слышал», — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии, двойное «В». «Очень приятно», — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман. Отношения таким образом были восстановлены, и все трое снова сели на скамью. «Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор?» — спросил Берлиоз. «Да, консультантом». «Вы немец?» — осведомился бездомный. «Я-то?» — переспросил профессор и вдруг задумался. «Да, пожалуй, немец», — сказал он. «Вы по-русски здорово говорите», — заметил бездомный. «О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков», — ответил профессор. «А у вас какая специальность?» — осведомился Берлиоз. «Я специалист по черной магии». «На тебе», — стукнуло в голове у Михаила Александровича. «И вас по этой специализации пригласили к нам?» — заикнувшись, спросил он. «Да, по этой пригласили», — подтвердил профессор и пояснил. «Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист». «А, вы историк?» — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз. «Я историк», — подтвердил ученый и добавил: «ни к селу, ни к городу. Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история». И опять крайне удивились и редактор, и поэт. А профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал: «Имейте в виду, что Иисус существовал». «Видите ли, профессор», — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — «мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения». «А не надо никаких точек зрения», — ответил странный профессор. «Просто он существовал, и больше ничего». «Но требуется же какое-нибудь доказательство», — начал Берлиоз. «И доказательств никаких». «И доказательств никаких не требуется», — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. «Все просто в белом плаще». «Не понял ни хрена». «И доказательств никаких не требуется», — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. «Все просто в белом плаще. Троеточие». Откуда-то появился насморк. Сколько я уже это снимаю. Глава вторая. Понтий Пилат. Вы устали слушать все это? Возможно, главу вторую «Понтий Пилат» вы увидите во второй части этой рубрики «Видео книга. А возможно, не увидите, потому что я ее не сниму. Все зависит от того, как много лайков вы поставите под этим видосом и как много комментариев вы напишете, как много вы порекомендуете это видео тем людям, которые не читали «Мастер и Маргариту». Если же продолжение имеется,
что под этим видео в описании вы увидите ссылку на следующее видео, либо вот она будет, а может ее пока здесь нету, я не знаю. Все, спасибо. А потом мы выйдем на улицу и будем задавать вопросы людям на тему «Мастер и Маргарита». Прочитав первую главу, я не скажу, что я в восторге, но читать более или менее легко. Картинка вырисовывается. Посмотрим, что же будет дальше.